доводы. Вас снимает скрытая камера. Мы тут возле загона. И смотреть, как это. О, смотрите, она подходит. Пицца. Каленечка, что ты такое нашел? Покажи мне. My name is Alex. I'm a software developer. Have a son. His name is Lenya. Это я, Лёня. We moved from Belarus to Germany a few years ago. And now I want to invite you to join us in our adventure. Смотри, какая природа. Я понимаю. Спасибо. Папа. Все, покажу, какой ты у меня это воспитанный. Вас снимает скрытая камера. Today we are heading in a Schloss Solitude built in the 18th century. It's an important part of region's history. The architecture and the nature around the magnificent Schloss Solitude not only is a beautiful but also have a rich history. Duke Karl held lavish feasts on Hans there. Surroundings of Leonberg is a perfect for active leisure. Locals love to come there and walk in, ride on bicycle and do a picnic. Всем привет! Это на этот раз уже я снимаю, а не мой папа. Пойдем посмотрим лошадок, хорошо? Да. Круто. Жалко, что их нельзя потрогать. Я бы их с удовольствием потрогал. Как вы видите, мы тут возле загона. В этом загоне такие лошадки. Они вон там вдалеке пасятся. Здесь лошадочка стоит такая. Лошадка близко подошла к забору. Мы должны были это снять. Так, Ленечка, покажи, что у тебя в руке. Как вы видите, каштан. Да, на нашей прогулке мы нашли каштан. На самом деле не нашли, а их просто здесь куча лежит. Я подобрал первый попавшийся. Вот еще один, например. Но этот, кстати, больше. Этот, кстати, крупнее. Кто-то запустил квадрокоптер. Мне кажется, у них уже управление потерялось. So friends, for any adventure I have time for end. And for us, this time coming, and we go home. Осталась всего-то целая минута до автобуса нашего, так что надо торопиться. Всем пока, мы пойдем в автобус. Все, чу, bye.